Помимо благодарностей и дипломов, мэр Сочи вручил призерам системы видеонаблюдения, бензопилы, газонокосилки. То, что всегда пригодится в хозяйстве. Адлер за последние несколько лет, отмечает Анатолий Пахомов, заметно изменился. Новые парки, современные дороги и развязки украшают район и 900 отремонтированных домовладений. Есть в этом преображении и заслуга общественников. Небезразличным городу и району председателям ТСЖ, руководителям управляющих компаний, домкомам, дворникам также вручили ценные подарки. Телевизор достался лучшему ТОСу села Красная Воля. К слову, нынешний год для этого населенного пункта оказался богатым на события. ТОС Красная Воля в этом году отмечает, можно сказать, такое праздничное мероприятие. Это подача газа в жилые дома. Это при содействии главы города было сделано. Вот это очень важно для селян. Это будет развивать и тепличное, и подсобное хозяйство. Кроме этого, жители села активно готовились к проведению Дня города, проводили самостоятельно ремонт детских площадок, некоторые дорожные ремонты, работы некоторые мелкие делали сами. Вот, занимались благоустройством своей территории. В этом году в конкурсе «Лучшее благоустройство района» появилась новая номинация, победителями которой стали худшие организации. То есть те, кто не заботился о чистоте и благоустройстве своих улиц и придомовых территорий. Получили такие победители и соответствующий приз – мешок с мусором, собранный в их же дворах. Поэтому то, что худший дом был обозначен, худший ТОС был обозначен – это очень здорово. То, что не явились, это уже стыдно. Они были здесь, но сбежали. Наверное, это будет тоже традиция, очень правильная традиция. Я уверен, что наряду с теми лучшими обязательно нужно наказывать худших. Были же раньше доски позора такие, да? Были доски позора. И вообще были разные моральные факторы поощрения, а также наказания. И надо к ним возвращаться. Отказаться от заслуженного приза победителям в номинации «Армагеддом» не удастся. Свой мешок с мусором они получат с доставкой на дом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.